Когда это поменяли? Какие два урона? Как два урона? Когда это... Чат, когда это поменяли? Всегда давно. В смысле, давно. Сначала... Всегда это было? Чтобы жизнь медом не казалась. Я в деталях, ничего себе. Итак, у нас есть мистер Шмырлок против мистер Маев, который... Не все мистер, да? Ну, не знаю, механизм плюс еще что-то все забирает. Если ты идешь левел, само собой, ты проигрываешь, но ты не идешь левел. Там мех 2-1, то есть на самом деле пока одинаково. Да, наверное, в среднем тоже шансово, ну, сейчас будет одинаково примерно. Единственное, ты можешь себе забрать, что вроде официантка. Ну-ка так, пробуй, допустим. Там мех бабл, сейчас будет еще бабл. Смеш существа. Там не мех бабл. Там комка всегда, ну, что-то комок первый раз. Там урлоки 2, то есть он забрал себе помимо 1-4 себе еще, наверное, 1-4, что-то подобное. Вообще он, наверное, справится, да? Он даже выиграл. Фак. Ладно. Да, хотя бы сейчас выпадет, но не проигрывать. В итоге, ты вышел левел, у тебя был 4-2. Сейчас ты что-то... Ну, ты... У тебя был мех 2-1, ты себе что-то еще забрал. Что вроде, наверное, монетки, походу, забрал, раз ты проиграл. Бестолочь. Теперь у тебя будет 2-1 мех, у тебя будет что-то, что ты забрал, еще что-то, что ты заберешь, и... Все, да? А ты 4-2 сидишь. Ты в левел выходишь. Ну, побей его. Побей маевку, короче, побей маевку. Че он мне монетки не дает? Киквейт, как ничья. Я могу забрать два мурлока сейчас и все, ну и пытаться там, не знаю, там какой триплет найти на следующий, да? Могу сделать левел, забрать сейчас меха в бабле, обилку нажать и пусть монеты хранятся, а потом дальше под бадиком разыграем. Наверное, все-таки такой, да, вариант? Тут единички просто есть шанс того, что мы на следующий найдем какой-то из триплетов, но... Что-то чувствую, не найду нифига. Нифига не найду, так что давайте лучше так сделаем. Так, у нас есть воевода Саурфанг. Который получает на 3, на 2. Блин, ты тоже 3 на 3 пошел? Чего? Точнее, на 3 на 4. Дракона втащил. Что вы делаете? Почему вы в левел все идете? А ну сидите. Чек стату. Удачи в играх. Ну и гейминг канала, извольте стату. Прослушать 3. Ага. Ага. Так, что это? Где это? Что это, где это? Так, не топ. Не топ. Большое спасибо тебе за 200. Сейчас, секунду. Никнейм, я полагаю, такой же. О, не знаю, сейчас левел, если честно. Как будто я не должен левелапать. Как будто если я сейчас левелапну, меня побьет. Надо двое собрать, наверное. Да, у меня побьет сейчас 100%. Так, ты... Сейчас левел пошел. А ты на прошлый вышел левел. Сейчас ты тыкаешь обилку, забираешь 2 тройки, допустим. Фух. Давай, воевода, ты справишься. Вперед, ребят, воевода, вперед! Все равно проиграли. 4 камня. Я, ребят, пытался справиться. Кстати, могли тоже справиться. Киквейт, если бы я 2-1 сейчас налево бы ударил, то как раз то, чего не хватало. Где там тебе не топ? Ничьи играет, да что такое-то? Бали получил. Все, он сейчас штуку выполняет. Сранец. Сранец. Все-таки так, да? Наверное, мы тебя сейчас продадим, поставим на стол. Так, и у нас есть мистер раскопки против мистер обилка, и сейчас сидит баф, и слушайте, там с одного 5-5 идет, другой 9-5 получает, нажимает, и 7 хп получает. Золотая карта, возможно, золотая карта чмошная, возможно, не чмошная. 2 триплета, правда, идет. Я на него поставлю. Но я не уверен, там на самом деле 2 идет, 2 пятерки, по идее, так что может быть что угодно. Смотря что он раскопал. Так, все, насчет трека посмотрели, и показываю не топ, твою стату. Вот, смотри, братик. Вот так вот. Не топ, значит, ты смотрел... Ага, ты смотрел меня 34 часа 32 минуты. Так, погодите-ка.
Каждый раз одни и те же раскопки. Одно и то же. Утром ехать Жараксус. Где пыщ? Я, наверное, так сделаю. Так, быстро ничью, но в этот раз справишься. То есть он идет левел, та-та-та-та. Ты остаешься четверки, теперь ты усиливаешься, ты точно справишься. 100% справишься. 3 часа 25 минут. Братишкин смотрел 3 часа 15 минут. А он Керри смотрел, короче, 3 часа 15 минут. Бусера, получается, смотрел 2 часа 35 минут. Повезло в конце. Ну ладно, нормально. Нас устраивает это. Кеки смотрел 2 часа 25 минут. Макса смотрел, получается, 1 час 45. Факт, надо было походу проиграть. Так, ребят, есть, короче, Громила. Я могу забрать... Без рта ты что, не два раза, что ли, показывается? Я могу забрать тебя и тебя, допустим, в лайл пойти. Но не уверен насчет тебя. Думаю, Робота Света я заберу. Вообще, возможно, в панцире тоже есть смысл. Возможно, панцирь сейчас тоже зацепить просто. Короче, я думаю, насчет панциря не брал. Я, скорее всего, ему проиграю. Это миссии 5 плюс... У него бадди сидит, бафает по 5-5. По-моему, слишком много. Думаю, надо так делать. Так, и... ребят, на кого ставить? Быстрее, 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 быстрее! На кого ставить? На кота поставлю, ребят. Верю в кота. Все, ну уже поздно, не уж говорю. Быстрее. Молчат. Маска, робо, рыбосвет. Он еще раскопал. Чего? Ему золотой сенсей упал. Ему золотой сенсей упал с обилки. Котик, как блин. Все, я вытыкнул, чтобы получить на следующий ботам. Опа, погодите, это же мой стол. Это же мой стол в магазине продается. Мы в это поиграем. Так. Может, я на стол поставить, может... Хотя, может, надо было другого забрать. Не хочу его бафать, но... Ну, тут, походу, сейчас ничего другого не будет. Серьезно? Да не буду это говно брать, тот мне тоже не нужен. Да черол. Ой, только нам надо сделать, но неважно. А вот это вот важно. Я же думал, на самом деле, я буду сейчас перебиваться во что-то еще. Когда увидел Магас, то есть я когда вначале Атиса забрал, думал, о, все, изи Атиса. Потом с каждым роллом я все меньше и меньше уже думал, что мы в Атису будем играть. Я уже план наступления искал. Ну и то, что нам предлагается, но все равно не во что играть. Ладно. Мехи 5, вообще можно пыща забрать против него? Ну типа Ривендер плюс Белка. Нормально, стоит это делать. Попробуем. Кик выйдет. Что-то у него нет. Что-то у него ничего нет. Где Ривендер? Под белку. Дикон Горша. Он меня обманул. Блин, что, 2 дэмэджа? 2 не... Когда это поменяли? Какие 2 урона? Как 2 урона? Когда это...
Чат, когда это поменяли? Всегда давно, в смысле давно. Сначала всегда это было? Это всегда было? Нет. Нет, в смысле нет? Да ничего, вы меня разводите. Да вы меня разводите, в смысле, нет. Да ничего, не верю. Не верю. Разводите меня. Ну давайте так, ладно. Мне казалось, она 3 урона наносит. Сколько она наносила, погоди, до этого? Она другой дэмэдж наносила. Какие 2 урона? Помните, раньше Бадди был прям хорошим? 4, ну 4 наносила, ну вот. Вот, 4 доносила, ребят, вы чё? Как 2 урода, когда ты сделал? Какой кайфовый стрим, я был и 50 часов, у тебя тут сидел дождик, мы только напомним, стример кайфует. Так, всё, ребят, круто. Ставку выиграли. Я, кстати, шел. Я, ребят, шел от того, что я ставку проиграю, поэтому Бадди продал в этой штуке. Жестко, ребят, в себя не верил. Что-нибудь, жадина. Ладно, нормально, ничего страшного. Так, бабл тебе. Баф. Я уже ничего не меняю, я АФК сижу. Ну, то есть я просто роу-роу-роу делаю. Сейчас все мои мувы, ребята, это роу-роу-роу-роу-роу-роу-роу-роу. Все, ребят, сейчас мувы это просто роу-роу-роу-роу-роу-роу-роу-роу. Роу-роу-роу-роу-роу. Яд. Еще и вышел. Ой, вот так вот. Ба, ну, кстати, хорошая тычка, ладно. I'll take it. По кабакам. Птицу бы собрать, да сейчас смотри, надо просто в магазине найти одна грета, копируется, или в конце ее найти было бы здорово. То есть, ребят, показывай. Роу. Надо перестать щелкать. Ладно, Роу. Один спелти, 5 голды. Роу. Роу. 2 спала. Роу. 3 спала. Роу. Забыл, погодите. Ах да! Роу! Я должен на стол поставить.
Ничего не вижу! На следующий я, возможно, позолчу вот эту штуку. Цунага первая, это наша. Это бадик Ашарем. Это бадик Леди Вайш. Вот так вот. То есть первый дает, то есть каждый раз, когда получает залучение в магазине, он дает тоже, короче, копию. Этот первый бадик Ашары получает все бафы. То есть ты кричишь бафы другого, а он тоже типа этот баф получает. То есть дал бабл одному, бабл он тоже получил. А что прилетится? А на него что-то места нет. На него, кстати, частенько места нет. Так, смотрите. Видите, что сейчас происходит? Такие, о нет. Бам-бам-бам. Два спала есть в магазине. Вначале раскопаем, посмотрим. Погодите, тоже хорошо, давайте так сделаем. Теперь надо чутка место освободить. То есть поставили. Теперь даю сюда золочение. И получаем еще, сколько там? 4 спала. Четыре спала, давай, алло. Алло, 4 спала, давай. Ты когда бадика собираешь с руки, так работает. И пошел ты. Я буду эту штуку брать? Наверное, да, заберу. 2 бабла получили. Бабла так здорово, на самом деле, хотелось бы оставить. Ты что, меня против бурлоков? Фак. А что, если залочить его? -7. Зато следующий будет 2 бабла. Ладно. Не, погодите, вы чего? Верните бабл! Я не буду лечить эту штуку. Надо было -7 делать, да, надо было -7 делать, парк. Кто теперь мне бабл вернет? Это реально было хорошо. Я думал, что я хотя бы хоть сколько-то спалов получу. То есть, да, я потеряю бабл, но хотя бы я смогу получить таким образом. Пока я его позолотил, пока он золотой, куча баблов. Нас... Да вообще лучше было, чтобы я позолотил Атису. Короче... А ты же был не так плохо, но я согласен с вами. Да, на мистер миллион сатов сейчас будет против нас. Монету! Я ставку выиграл на 2 монеты. Я монету поставил. Ладно, нормально. Нифига не вижу. Кришлан, я готов с тобой файтиться. Я тебя не боюсь. Погнали. Привет, хорошего тебе вечера. Ты самая красивая на Твиче. Да, когда я вижу твой курсор на экране, навожу на него и предлагаю мне себе зарочки. Самая красивая на Твиче, ребят.
Да почему две монетки-то? А, не, все равно, все хорошо. Все хорошо, в этот раз все хорошо. Бабло, пожалуйста. О, боже мой. У нас сейчас нет литей, на следующий тебя уже продавать, по идее. А там еще найти этот сверху. Я забафался, я знаю, что я сейчас плюс-минус... Ладно. Извиняюсь. Извиняюсь, я, пожалуй, пойду. Sunflower, I think you love it a bit too much. Or you'll be left in the dust. And it's a stuck fire. And a sunflower. And a sunflower. You don't make it easy, no. Wish I could be there for you. Give me a reason to go. Мой план на победу, смотрите. Мой план на победу. Он был на свой... Какой блин? Ладно. Бабл на Надино. Теперь. Бам. Бам. Ну... Не важно. А, нет, важно, погодите. Все хорошо, хорошо. Я дал ему ничью, чтобы посражаться ради... Кто поставил Лероя сюда? Это просто жесть, это... И это бабл-то, дай. На счастье. Придам. Джи-джи. Джи-джи, конечно. А, дракон не дали атаковать. Я так хорошо стоял, так хорошо ожидал. Нет, ему не дали атаковать. Фак.
Он бы все баблы сбил. Ты, да там пофиг, если ты там баблы затащили. То есть я просто баблы атаковал. Если бы дракон атаковал 3-6, это победа была бы. Если бы его только не отснапил. Ладно, не, все, я, наверное, буду охать. Так что, ребят, всем спасибо, кто был. Всем пока-пока. На сегодня все.